29 июля 2023 год. Мамулька, с днем рождения. Интересный афоризм попал мне сегодня. Как раз к твоему дню рождения. Просто совершенно случайно. Не подбирал, просто по хронологии иду. Вверх по своему сайту. Звучит так сентенция. В 60 с кем не подружись, автоматически старый друг. Сделал я эту заметку 18 августа 2010 года. Тебе, мамулька, поздравления, конечно, практически всем в этой жизни. Я обязан тебе, как если говорить о формировании характера, отношения к жизни, отношения к поступкам, покоряться или противиться, это все твое. Отец дал физическую силу, фортепиано, лыжи, скейт и так далее. Ты, конечно, сформировала меня как личность. Мама, поздравляю тебя с днем рождения.